Ультраправые – это как реакция Пюрке. Это естественный ответ на бездумное, очень долголетнее и идиотское правление левых. Я абсолютно не боюсь прихода к власти ультраправых, потому что не знаю я в Европе таких ультраправых, которые говорят, что вот мы снова слепим печи крематориев и отправим туда всех евреев. Или будем всех мигрантов прямо в чистом поле закапывать. Нет, как правило, ультраправые в Европе, во-первых, исповедуют ДСовский принцип «как потопаешь, так и полопаешь». Например, фламандцы в Бельгии говорят, а какого черта мы будем кормить франкоязычные области, не потому что они говорят по-французски, а потому что у них депрессивная экономика. Почему мы должны доплачивать? Резонный вопрос. Во-вторых, они говорят тоже очень простую вещь. Мы будем приглашать рабочих, которые нам нужны в экономике. Мы будем приглашать людей, которые принимают европейские ценности, которые не будут кутать своих женщин в паранжу, не будут их истязать прямо на нашей территории за закрытыми дверями, за нарушение норм шариата, отбирать у них детей, всячески их дискриминировать. Мы не будем кормить даром никого, ни цыган, ни прочий пролетариат, неважно, что они цыгане. Могут себя прокормить, могут найти работу на здоровье, но если они думают, что кормить их должны мы, непонятно по какой причине, мы их кормить не будем. Это очень здравый подход, и сразу прекратятся разговоры неприятного толка про минареты в Швейцарии, про то, что там Франция для французов, Бельгия для бельгийцев, Норвегия для норвежцев. Сразу все станет на свои места. Есть Европа, есть европейские ценности. На здоровье исповедуйте свою религию, но не нарушайте права человека. Права человека на свободу, права пола, права расы. Ультраправые, на самом деле, они не ультра. Просто Европа настолько отвыкла от правых, что она всех правых называет ультраправыми. Кто, собственно, они такие? Кто был Тео Ван Гог, потомок великого Ван Гога, который снимал фильмы о насилии над женщинами в мусульманских семьях? Он что, ультраправый? По-моему, правозащитник. Ну, это правда. В условиях сегодняшней России, значит, недавно у меня была такая дискуссия, тебя назвали ультралибералом, ультрадемократом, радикальным демократом. Я попросил очень вежливо объяснить, в чем это выражается. Ну как, она предлагает расстреливать коммунистов. Я говорю, с чего вы это взяли? Где это было сказано? Ну как, это общее место. Она предлагает там сажать их, там лишать их права голоса. Ну, в условиях отсутствия демократии всякий демократ становится радикалом. Любой степени умеренности демократ. Значит, в словах Валерии Ильиничны много правды. Действительно, Европа отвыкла от правых, отвыкла от прагматизма, отвыкла от здравого смысла в угоду такой универсальной политкорректности, которая иногда превращается в свою противоположность. Я за политкорректность, но в разумных пределах. Вот. Есть отрицательная составляющая, Лерочка, в этом. Значит, там, к сожалению, можно говорить о возрождении радикального национализма. Можно говорить. И эти бритоголовые активизируются, и фашисты. Бритоголовые пока нигде к власти не то что не пришли, они и голосов не собирают.
Ну, мы с тобой знаем, что это Одного болезнь. из банка Это даже выкинули болезнь, я сразу. знаю, да, эта болезнь началась в Австрии, и Европа вся очень болезненно реагировала на момент, когда действительно радикальный националист, не радикальный право, а именно националист, пришел к власти. Есть здесь и такая составляющая. Но надо понимать все-таки, что источник болезни это не спонтанный, не имманентный национализм, рождающийся в Европе. Источник находится вовне, вернее, он приезжает, этот источник, извне. Необходимо искать этот баланс. Европы сегодня в дискуссии, в обсуждении, она ищет этот баланс, баланс интересов самих европейцев и новых европейцев. Эта проблема, наконец-то, что очень странно, стала обсуждаться в Германии, где некоторое время назад просто это было запрещено поднимать даже этот вопрос. Она начала обсуждаться, Меркель выступила с некой позиции. Вот. Я думаю, что Европа найдет решение этого вопроса, и это решение не будет похоже на то, что предлагает Дима Рогозин в России или Юрий Михайлович Лужков. Другая степень, так сказать, непринятия общечеловеческих ценностей. У Европы очень хорошие, мощные стабилизирующие механизмы для таких вещей. Просто не нужно искушать Господа Бога своего. Сначала Франция пригласила на свои социальные пособия, на алюкасьон фамильяль, фактически все страны Магриба, потому что сам факт выплачивания этих пособий был разлагающим как для французов, так и для всех остальных. А теперь они жалуются, что нам нет прохода. Не распределяйте избыточную социалку, и у вас не будет проблем. А свобода слова должна быть незыблемая. Например, вот некий Вилдерс, которого все время судят за то, что ему не нравится Коран. Это, конечно, дикое злоупотребление, и суд правильно отнесся к этому вопросу. Ну, ему не нравится Коран. А что, имеет право? А если кому-то Библия не нравится из атеистов, ну что, запретим об этом говорить или потащим сразу как Самодурова и Ерофеева в суд за то, что им не нравится Библия? Они не Я говорят. помню, некто Лео Таксиль во Франции, католической стране, написал забавную Библию и забавное Евангелие. Если бы он жил сейчас, в путинскую эпоху, ему бы точно сидеть, ему бы передачи носили. Французы к этому отнеслись очень спокойно, а сам Эрнест Ренан, он же преподавал в Коллеж де Франс, и у него был сан. И когда он написал в жизни Иисуса, что Иисус не был сыном Бога, а был просто очень хорошим человеком, и его воодушевление было таково, что он увидел себя сыном Бога, что с ним должны были сделать по стандартам инквизиции? Ничего не сделали, с работы не уволили.